Нечастые мы гости по садоводческим хозяйствам, но нас позвали. А позвали нас зачем? За простым событием. Мы как-то говорили, что садами должна прирастать магнитка. В саду строиться проще, здесь нет понтов. Есть деньги – строй, нет – сиди в летнике. Но возникает маленький вопрос, а как быть зимой-то? Практически везде все сады работают и зимой. Ставишь трансформаторы, счетчик и платишь. Так что же здесь-то? Из 17 человек, которые здесь у нас сегодня присутствуют, да, которые записали заявление, что я хочу зимний свет, могу сказать, 521 участок. Электричество последний раз оплатили 13 июня 2013 года. Буквально на прошлой неделе у них опломбировали счетчик в связи с заменой. У них не оплачено электричество 2092 киловатта на сумму 5983 рубля. Это первое. Второе. Взносы за 2014 год не оплачены вообще. То есть люди живут в кредит. Участок 523. То же самое. Нет целевых. Участок 517. Свет за прошлый год оплатили в мае этого года. То есть год прожили в счет нашего сада. Участок 541. Вообще очень интересно. Нет оплаты этого года, нет целевых 2013 года. И самое главное, нет электричества. О каком зимнем свете можно говорить? И так вот весь перечень. 302 участок, который здесь присутствует. Значит, на данный момент сад оплачен часть, целевые нет, за охрану часть. За свет, извините меня, у вас более 2000 рублей. Тихо. Я 430 пока не сказал ничего. Нет, у меня 430. Вот. Дальше. Не знаю, какие проблемы. 304. Нет 14 года. Заплатили за 13 год в этом году. Свет уже нажгли 1400 киловатт. Оплаты нет. Хотя у нас есть положение об энергетике, которое гласит, что вы должны оплачивать каждый день. То есть из 17 человек, если мы вот сейчас решим, например, да, скажем, дадим вам зимний свет. Кому бы я подключил? 518, 528, 430, 370, 381, 385, 608. Да еще был понятен результат. Сабановка или Металлург 10. Кстати, дома в Металлурге 10 на зимнем обеспечении электричеством. И там-то домов 8, половина из которых работает зимой. Но это зеленая долина. И в том месте, где мы сидели, и это место для зимы. Пластиковые окна и отопление. И как-то странно получается. Как собралась инициативная группа, написали заявление, сейчас только слышали, читали все это. И оказалось, что 7 человек только дееспособных, которые могут задавать вопросы. В принципе, честно, по-человечески. То есть, у которых нет долгов. У нас в уставе у всех написано, и все его выполняем. Что заплати долги, живи спокойно, как в рекламе говорится. Правильно? Чего они категорически не хотят делать? Ссылается хоть на что? И специально, и не специально, еще что-то. Как-то игнорировать все это. Но это нечестно и другим садоводам. И непонятен результат. В прошлом сезоне тот, кто хотел жить в преддверии проблемы со светом, сразу рассчитался. Но свет отключили, и возникает вопрос, а зачем, если кинут? Пока и в этом сезоне расчет таков. Пусть кинут, а мы и не заплатим. А вот мы уже третий год добиваемся вот такого постоянного направления. У них нету, с места никто не двигается. Они хотят и все. Он принципиально нам и говорит, я не хочу зимний свет. Ну, он какие-то аргументы все-таки приводит. Какие? Он постоянно приводит, что какие-то нужны затраты. Баснословные цены по 200, по 300 тысяч. Он хочет с нас содрать. Вот и все. Если во всех садах мы проехали 2,77, то у нас почему-то 15 рублей зимний тариф. Ну, а может быть, вот я уже спрашивал у вашей администрации, может, вам обратиться, в конце концов, к депутату? Ходили к депутату, нам сказали, что вы собственники, решайте между собой. У вас сидит царек, он решает все. Ходили к депутату, ходили в администрацию, многофункциональный центр, везде ходили. Сейчас вот мы еще хотим в ОБЭП и в суд. То есть вот так вот, до Страсбургского дойдете? Да, примерно, да. А нам уже отступать некуда. Так что, господа, руки в сторону и подключаемся. И ведь результат-то и есть. Все садоводческие хозяйства подключились. И люди худо-бедно чистят дороги. Так что сделайте. А то, поняв суть садоводческого управления, кое и работает и зимой, а люди и до Страсбурга дойдут.